Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фусик, Фантом, Серега, Бармалей, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами», и мне кажется, что уже даже несколько месяцев. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я буду сегодня спавнить аниматроников, а пацаны выживать. Оружие использовать нельзя, говорю сразу. Использовать можете только прыжок и свое умение выживать. Пацаны, вы знаете, где лианы расположены на стенах, по ним можно лазить. Просто идите вперед и вы увидите. Молодцы. Это такая подсказка. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы записываем всякие классные режимы, которые собирают очень много просмотров. О, мне кажется, сильно много поставил. Давайте вот так вот для начала. Все, я аж дернулся. Боже, как давно я скримера не ловил. Все, начинается самое интересное. Он бежит за мной. Ну, я знаю, как от них сбежать. Они очень простые. Бонька никогда не ставился большой скоростью. Кстати, если их скидывать сверху вниз вот сюда, вот с бортика, они умирают со временем. А, блин, падение. Опять попался. Их надо скидывать с большой высоты, и они дамажат сами себя. Так, ой, Чика рядом пробежала и не захотела меня убивать. Так, тут на бульбашках можно взлетать. Вот так. Ну, Димас, нормально ты умираешь. А то не я. То скин, наверное, такой, как у меня. Да не. Так, пацаны, давайте еще добавим кого-то. Например, Фредьку и Голден Фредди. Во. Чуть-чуть больше. Будем немножечко разбавлять атмосферу и насыщать ее событиями. Пацаны, аниматроники прыгать не могут, да? Нет. О, я, может, сейчас дальше туда в ролике просто поставлю оружие серию СМ2 и будем им валить. Которое будет находиться там, где все бегают аниматроники. Давай. И взять его будет очень тяжело. Так, нормально. Все выживают, но почему-то никто не проигрывает. Ссыте прыгать вниз, как и я. Давайте. Прыгайте вниз. Испогайтесь. Все прыгайте. Я всех кидаю вниз. Давай, скидывай посрачниками. Пацаны, не ссыте. Ого, их там много. Блин. Кстати, вы видели, они скримеры более качественнее сделали. Тысячу лет не ловил скримеры, Энди. Но они очень классно их запилили. Как всегда, Давай. Все. Всех скинул, теперь и сам прыгнул. Давай. Да блин, да что такое? Так я появился, а эта морда меня опять убила. Ах ты жирная кряча такая желтая. Пацаны, двойной прыжок, я забыл. Можешь использовать. А, ну я высоко прям прыгнуть не могу. Ну, так, достаточно все равно. А, хочу спросить, как эта карта у вас оптимизирована, нормально идет? Да, нормально. Довольно-таки, да, оптимизировано. При том, что NPC реально застают друг друга и немножко подгружают. Немного застревают они в пропасть. Ну ничего. Они потом выходят и начинают дальше. Одни не застреют. Они дальше потом ходят. Опа, Фредди. Че, может, можно монтировки использовать? Давай, я отвлекаю, а вы бейте по голове. Блин! Да я немножко не рассчитал, я оступился, у меня... Маленький размер ноги. Я бегу отсюда, всё. Да блин, я уже задрался дергаться. И побежала, сожрала и убежала. Молодец. За мной Бонни бежит. Бонька, отстань. Это какой-то трэш. Нормально, пацаны выживают. Так, пока нет. Я все-таки, наверное, сделаю. Оружку поставлю. Так, пацаны, сейчас сделаем оружие вам. Очень классно. Вам понравится. Давай. Ой, лимит стоит. Сейчас. Меня ожидала смерть. О, где-то не буду оружие ставить. Я буду мощное, не буду сильно ставить, потому что мы будем сейчас друг друга все мочить. Да. Нет, я тоже не буду. Нельзя. О, вот это можно. Вот тут можно поставить оружечку. Базуку нет. А снайперку, да. И УЗИшечки. Ну что, разбавим немножко атмосферу. Начинаем их гасить. О, Серега, только меня не убей. Так, он за мной не бежит. Это хороший знак. Берем оружечку и погнали. У вас, смотри, Golden Freddy без сетки. Пацаны, внимательно смотрите со спины. Видите, они подбегают.
Так, 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 пацаны, выручайте. За мной Фредди. Где? Я его наказываю. Ему идет на помощь Чика. Блин, смотрите, они прям как сговорились. Давай, иди сюда. Смотрите, с двух сторон. Ну, не получается. Не, у кого-то получается, пацаны проигрывают. Серега, прекрасный огонь. Где ХП забрала? Отступаем. Блин, он меня за ноги укусил. Это же... А что, они не убиваются, что ли? А, что-то я заметил, они вообще не убиваются. А, они раби смертные, пацаны. Смерти? Ну, я не знаю. Надо админский пистолет взять, проверить. Я возьму. Да, они не убиваются. А у нас есть аннигиляторная пушка, есть, которая не все уничтожает, а какая-то еще есть, сейчас вспомню. Лазерная, да? Монетку, может? Монетка нет. Так, ребята, надо как-то найти способ, как их убивать. Потому что ой, они нас мочат очень хорошо. Обстоятельства. Не, они живучие. Живучие, жесть. И не хотят умирать. Мы вообще ни одного не убили? Нет. Классно. Вот это выживание. Бессмертные аниматроники. Давай а кое-что... Что? Да, но говори. Не, их тоже взрывы не возьмут. Я вспомнил этих аниматроников, они не убиваются. Я нет, помню, какие другого, аниматроники убиваются. Из другого пака. Сейчас, сейчас, ты кое-что другого... А, ну давай, Серега, я сейчас ставлю чили пиздрика, проверяю, убивается он или нет. Все, я взрываю, Димас. Да какой взрываю ешь? А, не взрывать? Ну ладно. Так они, я хочу проверить, чтобы убивались, чтобы когда взрывали, они умерли. Подожди, не спишь. А вот этот, пацаны. Нет, тоже не умирает. Так, ребята, я помню, что мы в тот раз тоже искали, который умирает. И я вспомнил, кто это. Я вспомнил. Сейчас, 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 сейчас. Вот кто-то отсюда. Вот. А вот это проверяйте. Нет, не умирает. Да должен умирать по-любому. А что, у него хп много, наверное. А надо чем-то админским. Побежал. О, побежал, побежал. Ладно. А вот этот вот. Ой-ой-ой, прикольно. Нет. Так, Сережка, сейчас, сейчас мы с тобой запилим, я помню. А тоже? Не, умирает, я его убил там, ну, не с первого выстрела. А я Z нажал. Совпадение, наверное. Вот, вот эти умирают. Не? Нет. А, давай еще раз поставлю. На, еще раз. Лупаш. Не, Серега, не убивается. Это какие-то нас... очень... Вот, вот этот умирает. Не. О, спринтрап вообще не мочит. Нравится. На-на. Сережка, он тебя наказал. За то, что я ему в жопу садил это, свинца дофига. Ну да, обиделся. С админского пистолета. Вы готовы? О, умирают. Я помню, я... Серега, видишь, хорошая мысль приходит после. Да. Так, пацаны, жесткая волна. И эти аниматроники умирают. Нет, этого не будем, он скример конченый бросает. Так, и вот этих поставим. Подлагали. Вот этих поставим. И еще обезьянок поставим. Ой, от них какая-то тень идет стрёмная, и небо почернело. Ну ничего, погнали. Да, они психи. Ой, надо было прыгать. Рядышком, рядышком, пацаны. Помогайте друг другу. Ух, рядом было. Еще б чуть-чуть и замочил. Серега, давай, подрывай их. Все, Димас. Да, только у меня что-то жопа горит, кто-то меня поджугло. Они бегут за мной, давай. Взрывать? Ну, я думаю, да, пора их подорвать. Все, сейчас будет а-ля баба. А-ля бабах, давай. Так, я пока мисс... О, гони там. Я прям пришел на смак взрыва. Ребята, привет, я поцеловал бомбу, и она бахнула. Это ты взорвал шестерную бомбу? Это просто жесть. Целую серию не было взрывов, но в конце один очень мощный. Веселиться. Сначала просто поубегаем, а потом, если что, что-то попридумываем. Так, ого. Там лимит стоит штук 100 вроде бы.
Это первая волна, да? Да. А немного для первой волны? Не, мало. Так, пацаны, давайте. Все бежим в подвал, встречаемся в подвале. Кто первый, тот красавчик. Кто последний, тот козявка. Фонарик включаем. А, нет, тут видно что-то. Так, я в подвале, тут еще ниже есть. Еще ниже. Это Мефилис. Во, я на бочке. Они тут не достанут меня. Классно. Он кряча бежит. Так, пацаны, ой-ой-ой, сейчас кто-то умрет. Крячка сдохла. А, кряча упала и умер. Так, подожди, а что они сюда не бегут? Сейчас прибегут, я чувствую, толпа бежит. Нет? Пацаны вздыхают и вздыхают. А нам ничего. Серега, а ты за этого Папайруса играешь? Да, я Папайрус. Это у нас сегодня, знаешь, Серега, режим выше земли. Царь горы. Или царь горы, да? Так, тут тупик. Или это, пол это лава. Ага, пол это аниматроник. Фредди побежал. У меня фонарик забрали. Нет! Блин, какой-то челик меня толкнул. Во! На эту бочку легко запрыгивать. Отлично! Они бегают здесь внизу. Они нам ничего, да, наверное, здесь не сделают плохого? Фонарик забрали. Наверное. Вот жлобы. Хорошо, что я поставил а свет. Ой-ой-ой, Серега, я вижу, как ты там ходишь. Ого, они на меня все сагрились. Я к Сереге бегу. Аккуратно. Так, они там толпятся. Че, застряли? Думаю, что-то боньки идут. Что-то они слабо совсем. Не, кстати, вот тут они уже гоняются, пошла. Они ну, зря упала опять кряча. Так, я наверх. Фонарика нет, украли. Я самое дольше, наверное, прожил. Потому что пацаны. Я живой первые. Еще, я живой. Ты еще ни разу не умер, что ли? Нет. А это законно? Да. Понял. Думаю, что да, за мной Бонька бежит, правда, ну, а так законно. Ой-ой-ой. Так хорошо, что нас стали. Ух ты ж, моя мами! А ты где, внизу там? Я внизу был, решил подняться наверх. Ага, а здесь вообще жопа. Ой, мамочки, я, кажется, это навожу кучу штаны. Так, пацаны на столах стоят и боятся спрыгнуть. Серега, привет, как там у тебя дела? Ты я где? Вниз. Я вниз. Ах, блин, а что такое, какая-то стрёмная волна, очень сильная. Так, где тут кухня? О, чё они не идут за мной? Тимас. Что? К аниматроникам подключаются старые добрые друзья. А ты марионеток много поставил? Да, прилично. Фух, вовремя я запрыгнул на стол. Ребята, это просто доли секунды, а я бы слился. Ну и чё ты их наставил, и ничего. Просто ничего. Просто гоняются. Какие-то они бешеные. Я, наверное, даже если я спрыгну, я доли секунды пробежу. Проживу. Давайте попробуем, смогу я через вентиляцию убежать. Раз, два, три. О, я живой. Я живой. Офигеть, они меня не могут догнать. А! Блин, жопа. Догнали. Я ж дернулся. Я в туалет. Серега, как успел. У тебя там дела? Нормально все? Живой? Да, я тут валяюсь, сдохлый. Ого. Правда. Нифига себе ты их сколько поставил. Мне так, в туалете, да? Ты? А, я вон, я вижу, ты же тоже слился. Че, Серега, сыкаешь, да? Да, мне смотри, надо спасать. Смотри, я не боюсь никого. Они застряли. Они просто стоят. Друг в друге. Ах ты ж, блин, откуда она взялась? Хорошо, зацикливается анимация. Стоит себе, просто стоит. Давайте какую-то оружку легенькую возьмем, кроме админского пистолета. Не, это не особо. О, вообще. Я попробую спайдер-модом на другой стол перепрыгнуть. Челлендж. Так. Эх, еще раз. О, Серега, я могу прилипать. Ты где? Я этой, в спайдер-моде. А вон, я тебя вижу. Смотри, они гоняются со мной, я успеваю убегать. Смотри, смотри, смотри. Опа. Чпом. Димас, отвлекай их, я пока вниз стреляю. Смотри, Фредди стали все на проходе. Есть, я успел. Чего раньше так не придумал? Так. И летай над потолком и смотри, как пацаны. Немножко читерски, может, но в этом есть прикол. Так, 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 так. Бегут за мной, быстрей. Летай, 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 летай. Серега, ты можешь так, как я? Ты где? Так я тебе на потолке. А вот ты где? Ах ты жук вонючий. А чё я жук вонючий? Я спайдер-модер. Спайдермен, спайдермен. Он вонючка. А, я упал, еще раз. Так. Я, пожалуй, заморожу аниматроник.
Уго. А, вот так прям можно по чуть-чуть. Офигеть. Классный мод. Убивается. На изично. Ой, ты спринтрапов поставил? Да. Мне это нравится. Так, что-то ваши бомбы не замораживают. Я не могу аниматроников заморозить. Ой, я знаю, какую бомбу надо. Она реально классная. Вам понравится. Сейчас. Нейтриновая? Нет. Вот. Вот это вот. Она не убьет всех, но она очень классно взрывается. Пацаны, бегите. Ой, мамочки. Бегите. Ух ты. Ой, тут все горит. Пацаны, ну как вам бомба? Мне понравилось, да? Классная. Так, сейчас, пацаны, две штуки взорвем. Мне кажется, надо две взорвать. Они живые остались. Блин, взрывайся. Я в эпицентре. Ай, жесть. Еще одна, Серега. Блин, так эпически они взрываются. Мне сейчас 100 серии понравились они. Блин, Серега, почему их не убивают? Потому что это газовые бомбы. Она мне нравится по эффектности. Она не вылетает никогда. О, я знаю, что можно еще взорвать. Стой, может, не надо взрывать ничего? Вот это что за бомба? Что за... Что это? Это пердежная бомба. Я хочу таких пердежных бомб много штук взорвать. Так. Не, они какие-то слабые. Я думаю, они хоть немножко хп тратят. Надо комбайновую бомбу. Нифига себе, от нее эффекты классные. Так, пацаны, спрыгивай. Где они? А ну идите сюда. Блин, у меня скример на лице. Ух ты, жесть. Ого, это что это такое за бомба? Это комбайновая бомба. Сейчас что-то еще будет? А все уже. Прикольно. Ой, Димас, это ты эти бомбы поставил? Да. Я тебе помогу в активации их. Да так ты не актив... А как это? Вот активируется. Ого! Такой эффект классный. Я знаю, вот эта тестовая бомба, это что? Ого, это тестовая? Нифига себе! Или топливо. Серега, ну ставь еще аниматроников. Да нет проблем. Сейчас будет. Так, а мы сейчас взорвем. Раз. Давайте, не знаю, вот так, наверное, положим их в рядочек здесь. Это, ребята, вот эти бомбы мощные, тест. Которые Сереге, наверное, очень понравились. Я не знаю, что будет с горизонтом, но мне кажется... А, ну это ядерные бомбы. Нет, так а что я их взрывал, они не ядерные. Это ядерные, это самая слабая ядерная бомба. Это тестовая. А чё не катятся? Тут полы, короче, жемшу делал. Полы кривые, Серега. Под уклоном пиццерия. Ой, а может их активировать знаешь чем? Сейчас. Оружие. О, НТТ, наверное, вот тут где-то оно еще, я помню. Я знаю, чем активировать. Чем? Ого, их! Еще ставь, или хватит. Ой, ребята, что сейчас будет, я не знаю. Готовьтесь. Ого. Так, короче, сейчас я смотрите, что делаю. Я сейчас там вставлю вдалеке чумных докторов. И я быстро сажусь и отчитываю время. Раз, два, три. Поехали. Димас, езжай, я не за тобой. Они так топают как-то стрёмно. Блин, я не могу теперь заехать. Нормально, нормально, едем. Блин, надо было тулган убрать. Несы, несы. Так, они сзади. А не кажется вам, что мы когда начнем ехать туда, они начнут обходить и убьют нас с той стороны? Надеюсь, такого не будет. Это было быстрее аниматроников или SCP поставить. Блин, ну велики какие-то быстрые очень. Знаете, в чем прикол этой карты? Сейчас дальше будет сужение, и уже все там не смогут проехать. Да. Карта с приколом. Кто упал, тот лох. Сейчас Димас упадет. Да что за пробка? Китайцы. Блин, пацаны вечно все делают по красоте. Я впереди, лол. Да, конечно, они же тут такие водятелы.
Давай, испорть настроение. Ой, 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 блин, я как пьяный езжу, да что такое, еле выровнялся. Блин, Серёжно! Догони меня. Да не смогу я, не смогу, не смогу, они сейчас... Ой, блин, ребята, надеюсь, вам понравится и ролик поднимет настроение, ставьте лайкосик и подписывайтесь. Засмеялся? Подписался? Обосрал. Нет, подписался, какой обострался. Так, Серега, мы нормально едем. У кого-то микрофон как рация, да, такой звук? Так, так, так. Ого, не сзади! И тот, кто не успевает, тот просто начинает втыкать. Его убьют. Давай, наваливай, наваливай, не зря я их поставил. Чтоб не медлили. Так, так, так. Блин, ну так скрипит как-то монотонно. Такая себе гонка, ну... Я должен приехать первый. Димас, давай. Давай, давай, наяриваю. Я впереди еду, за мной скромно. А какой у тебя получается этот скин? Железный додик. А, железный додик, ты едешь спереди. А еще буду так сокращать, чтобы, как всегда, ехать первым. Ребята, я же знаю все эти фишки. Давайте от первого лица. А кто там у нас в новом клипе летает? А, он, видно, все уже сдался. А, он это, короче, антигравитационный шар взял себе, заспаунил. А он проиграл автоматически. Ребята, вы зацепились друг за друга, да, или чё? Спасибо, скромник. Да еще ехать куча, блин, поворота, вы еще догоните. Куда? Куда? Ну быстро назад, скромник. Ты куда это полез вперед? А? Все хотят же первый приехать. Серега, давай я тебя жду здесь. Победит дружба. Так, так, так. Да что вы так ездите стрёмно? Так даже не поверну, просто едет прямо и прям вниз. Мы алкаши. Я алкашихи. И мы передаем вам привет. Так, следующую гонку. Серега, какие следующие машины мы возьмем? Не знаю, ну явно не велосипеды. Да, велики, я так думаю, будет прям весело. Я думал, карта короче, она длинная. Ну ничего, балди наваливать. Это, знаете, посмотри, разминочная. Посмотри, кто нас ждет там. Ой, сейчас упаду. Где я? Вон, впереди. Мы уже сейчас поворачивать будем. Там... А, не за нами, фух. Блин, Серега, из-за тебя! Красиво отвлек меня. Так, я... скромник, не мухлюй. Да, он скромник, уже проиграл. Серега, мы с тобой тягаемся. Не, все, он это ему не засчитывается, он это, он выбывает из гонки. Серега не любит, когда нарушают, я тоже. Не можешь выиграть честно, проиграй нечестно. Я сзади одиночку еду, блин. Нет, фисташка, ты впереди, по сути. Скромник это мухлевал, засранец. А, да, ну ладно. Да, он мухлюет, он мухлюет. Подожди, ты, Серега, первый едешь? Да, я первый. Фу, ё-моё, да блин, она... Я тебя не трогаю, я не трогаю. Выиграет сильнейший. Все, едет, выиграет я. Едет и выиграет я. Не-не-не. Эй, блин, а что я так же сам упаду? Велики очень сложно управляются. Как алкаши ездят. Так, сейчас мы возьмем быстрее машины, и уже будет... Это будет каждый по 100 тысяч раз. О, говно, говно, я думаю, я еще раньше думал, как ты едешь? Говно, блин! Я тебя не трогаю, Димас. Я тебя тоже не трогаю. Блин, не туда! Сереж, да. Так, Серега, ты что, первый, получается, приехал? Да! Не! Да! Говно! Ладно, ладно. Все, удаляй велики. Ребята, ставим и другие машины. Димас, быстрее, садись. Раз, два, три, погнали, быстрее, пацаны, они сзади. Едут, едут и бегут. Выиграет сильнейший гонщик. Димас, как всегда, впереди, засранец. Да, я воспользовался моментом, чтобы ехать первым. Подрезать не получилось. Знаешь, что сейчас, Серега? Сейчас, когда начнется петля вот там разная, это будет смешно. Сейчас кто-то упадет, я отвечаю. Да, я даже, Серега, знаю, кто упадет. Это ты будешь. Или я. Будет смешно, если фисташка стоит на первом. Да, а будет... Кабаку тебе, Димас, не упаду я. Не? Нет. Я испорчу тебе настроение, но я не упаду. Ты мне настроение не испортишь. Я упал! Я вижу, ты валяешься там внизу.
И фисташка упала. Да садись ты в тачку, ё-моё. Я наваливаю, Серёга. Тьфу, ё-моё, он медленно садится. Ну конечно, у тебя анимация же. Надо сбоку. Ты спереди подошел, надо сбоку подходить, тогда не будет анимации. А, там фиолетовые засранцы. Фисташка, отстань. Я опять упал из-за фисташки. Смотрите, какая толпа там этих фиолетовых челиков. Подрезали кого-то. Скромника завалили. Таня, уже я так понял, не только его валили. Иди твою дивизию, я в самый последний, короче, буду. Ну ладно, ничего, в следующий раз отыграюсь. Да, мы сейчас третью гонку запилим по-любому, чтобы было веселее. Я поставлю очень быстрых аниматроников, придется так лететь. Почему заносит, а? Вот. Да не несет ничего вообще. Что ж такое? А кто такой, а кто на синей машине едет? Я. А, вот так вот, давай, испорти мне настроение. Димас впереди, а я последний. Я вижу, тебе еще очень далеко за мной ехать, петля большая. Не, ну это уже не велосипеды, так что это хотя бы побыстрее будет. Ну да, конечно, намного быстрее. Да иди твою. Мама, да индодик. Да блин, нормально. Лагает. У меня есть отмазка, у меня лагает. А что лагает? Реально лагает, да? Компьютер, потому что старенький. Понял, понял. Я вообще без единой ошибки еду, вообще идеально. Конечно же, научился на этих машинах гонять. Конечно, пока. Я всю ночь тренировался перед записью. До записи. Да-да-да, всю ночь тренировался, сидел, думаю, надо по-любому научиться. А я в это время на работе был, в пиццерии. Видишь, годы тренировок дают о себе знать. Годы тренировок. Ну что, один раз потренировался? Так, вот здесь вот, здесь... Все, я первый. А, да какой смысл? Я уже проиграл, по сути. Ладно. Ладно, давайте возьмет машину, которую сам хочет. Свободный выбор. О. Да, это будет самое интересное. Я, как всегда, возьму свою любимую тачку. Так, цвет. Ну и все. Ну что, Димас, готов? Да, я ставлю, ребята, очень много аниматроников. О, мы сейчас сначала их выключим, игнорировать, выключить ИИ. А потом включим резко всех. Ого! Давай еще парочку. Не-не-не, я, Серега, сейчас много сделаю, не переживай. Эта гонка будет очень жесткой. Страшно, врубай. Да не, не ссы. Я в машину сяду, потом включу их. Короче, как аниматроники побегут, это и будет три. Поняли? Да. Вот это их там сзади! Лох! Уже кто-то упал. Блин, я! Меня скинули! Блин, а как сюда залететь, если они меня сейчас замочат сразу? Ого, их толпа! Блин, они падают! Спадают вниз! Блин, Серега, они мне не дают машину поставить! Что за жесткие? Мать, аниматрониксы! Ладно, давайте я тут подожду, потому что так будет неинтересно. Так, едут, едут. Серега, ты на Airbot'е, да, струячишь? Да. Да блин, у меня лагает! Да не лагает. Лагает, у меня... Гелик, ну не врезайся, ты задрали! Да что вы меня все сталкиваете? Это я. Жлоб. Чтоб не читерил. Ого, их там сзади. Пацаны, валите. Давайте их немножко подпустим. Кстати, мы, Серега, такие гонки еще ни разу, да, не делали, где они за нами гоняются? Чего я раньше не придумал такое? Не знаю, хорошая идея. Да. В следующий раз мы возьмем карту другую немножко. И их заспамним. Более столько много. Где, блин, я опять с кем-то упал. Я с чумным упал. Я угораю, когда... Два дебила это сила, три дебила это мощь. Они могут в машине убивать или нет? Да, могут. А, меня убили. Тогда ладно. Я никого не врезаюсь, я никому не мешаю, я просто стою себе и улыбаюсь. Я хочу, чтобы они ближе... Ого, их наспамнил. Так, Фредди уже хочет со стороны водителя подойти и замочить меня. Ай, господи. Я уже 50 раз упал. А я угораю с того, что ты падаешь. Я тоже, Серега, 2 раза упал, но меня скинули. Да опять! Я только машину поставил. Потому что Airbot это голимый транспорт. Я на первом Нет, месте. Хороший. Не, я веселюсь.
Ну давай, давай, синий, тягаемся, кто первый? Прощай. Погнали. На всю, просто все, что эта машина может. Ой-ой-ой. Ой, понесло. Нормально. Я тоже жульничал, чуть-чуть. Раз уж так, то и я пошел. Не-не-не, нельзя, Серега. Чуть-чуть совсем, Димас. Не-не-не-не-не. Да-да-да. Прощай. Ты чуть-чуть пожульничал. Там не пройти, не проехать. Серега, твой аэрбот очень медленный. Чумной ты говно. Нормально, наваливаем. Бу, ого! Вот это гелика лупанул. Так, давайте, ребята, я предлагаю, пока мы стоим здесь на машине, и они бегут к нам, у нас есть время скинуть очень много бомб. Так. Я не доехал. Серега, ну что ж ты как и я. Вас, ну не бросай нас. Я почти... Ой, блин, сильно близко кинул. Хорошо, что я не доехал, потому что я бы сейчас от бомб сдох. Димас, да? Ты слабенький что-то. Ой-ой-ой, да ты тоже. Нет, я в плане бомб. А. Сейчас я тебе покажу Кучкину мать. Может, в следующий раз надо было бомб на дороге наложить? Ну, можно было, но мы что-то не подумали. Ну, в следующий раз можно запилить очень много идей. Наконец-то у нас очень классная карта, потому что все написали в комментариях, чтобы мы взяли карту Лабиринт. Если вы не кушаете, приятного аппетита, у нас карта Лабиринт и собака-кот, кэт-дог или монстры Хентерс у нас сегодня будут у нас гоняться за нами в Лабиринте, а мы будем выживать. Погнали! Давай, на счет три можно смочить. Раз, два, три, выживаем. Поехали, пацаны, ну держись. Давай, я верю в тебя, ты не сможешь никого убить. Во-первых, это очень большой опыт, очень большой. Я видишь? Покурил. Не попал. Нет карты. А он не сможет попасть, вы можете рядом ходить, он ничего не сделает. Так, не понял, я упал. Ты прыгай. А, тут прыгать можно? Ну ты же прыгаешь, ты что, не видишь? Привет, давай, я в тебе. Ему неудобно прыгать, я знаю, что я буду использовать его слабости. О, пацаны, давайте, короче, все паркурим на ту вышку стеклянную. Встречаемся там наверху. Будем его троллить там. Я потихонечку. Уже. Режим полета, наверное, надо отключить, чтобы никто не летал. Чпоньк. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. И любой может с нами зайти и записать. Кстати, вернулся к нам King Gunfire, кто помнит его в роликах, давайте плюсик в чат, кто помнит King Gunfire. Кстати, надо записать, значит, нам рубрику «Аниматроники пугает охранник». И вообще, я хочу сделать новую рубрику про аниматроников, это все анимации показать. Какая анимация самая крутая? Как вы думаете, как такая вам рубрика? Блин, запрыгивай кусок. Просто надо найти, кто анимируется нормально. Так, я уже допаркурил, пацаны, вы где? Я вижу, он там сзади прыгает, как дурачок. Да, сейчас, наверное, будем мы тебя мочить, а не ты нас. Алло, ну зачем вы стреляете, когда я даже сам не могу нормально идти? Ты не можешь идти нормально? Я не могу нормально идти. Хорошо, можешь брать пилпак любой. Можешь даже аниматроников брать, давай. Сегодня у нас свободная тема. Всё. Сегодня не я выбираю пилпак, а сегодня пилпаки выбирают подписчики. Давайте, сегодня... Кстати, будем делать новую рубрику. То, что подписчики хотят, то и будем записывать. Прям на лету. Погнали, давай, бери кого хочешь. Только не тот, кто бьет на расстоянии, так будет не сильно честно. Давайте, гасим его. Он где-то там. Он уже не там, кстати, он должен сейчас и тут быть. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднимать людям настроение. И продлевать людям жизнь, раз люди много смеются. Вы видите его, этого челепиздрика? Я не вижу. Вижу, идет. Фликс, ты можешь брать любой пилпак, какой хочешь. Ну, я нормально. Пойдет тебе этот, хорошо, мы тебя гасим. Пока ты там этот, мы тебя будем раздуплять. У него же 4500 жизней, мы уже пятихатку вынесли. Шальная пуля. Так, пацаны, он сюда приближается, будьте внимательны. А-а-а! Фух, я чуть не упал. Он идет, внимательно, чекаем. Закидываю проход красными гранатами, закидывайте. А, я не успею, наверное. Где эта граната?
На. Выдаю гранаты. А! Пацаны, пацаны, все нормально. Все живые, никто не умер. А-а-а! Я упал, нормально. Пацаны, он всех разогнал с потолка. Ой. Побежали, побежали, побежали. Не знаю, есть бабка Гренни, есть аниматроники, куча разных у нас. Убийцы всякие есть. Так что, ребята, давайте, кто проигрывает от его рук, тоже становится убийцей. Так, я не знаю, я куда-то бегу в сторону вышки. Но у него очень большие преимущества, он мог бы нас убить, но тяжело. Так, 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 поднимаемся наверх. Он ушел? Он ушел. Кстати, там же есть пилпаки, которые лазят по стенам. Но не буду я ему рассказывать про это. Нельзя знать. Никому. На! Ой, четко попал гранаты. Да прям там, где он находится. Сдохни. Да алло, Вот это мы его гасим. Прикольно. Давай, РПГшник. Я в тебе верю, ты сможешь. Красиво, красиво. Ну это, конечно, с опозданием большим. Убил его? Да. А, ну... не, вон он. А, нет, труп, кажись. О, я убил. Не того. Извини. Вижу цель, не вижу преград. Так, что у нас есть? У нас есть вообще очень классное оружие. Называется оно Грендвич. Это очень мощный воздушный удар. Ого! Бегите уж, он патронник. О, сейчас будет жестко что-то. Слышите взрывы эти? Это с неба летят. Я не знаю, что будет. Сейчас будет что-то такое жестокое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красиво, красиво. Давайте сделаем еще красивее. Мы сейчас, короче, знаете, что здесь делаем? Смог. Так, я уже не помню, где тут где-то есть Mortal Strike. Третья мировая война, что ли? Море. Пацаны, я убегаю оттуда, я и вместо дыма не то вызвал. Где-то есть тут смог, я уже не помню. Третья мировая война была только что. Да? Так это же классно. Слышите, летит самолет. Ого! Вон он пролетает и гасит просто всех. Пролетел, пролетел. А сейчас четвертая мировая была. Да? Грендвич, Грендвич. Вот, смог. Прикольно разговаривает. Так, пацаны, а где наши убийцы? Ого, это было рядом. Я вам сейчас там задымил все. Паркурим потихоньку. Димас, мы уже на вышке. Слышите? Взрывы в воздухе. Да это не сильно будет. Это так, чуть-чуть. Это домовушка, чтоб не было видно, кто где. Leitstelle, die Gruppenführer, könnt ihr eine Rauchschwade an diese Stellung abfeuern? Ende! Ой, сейчас будет жестко. А где убийцы-то? Никого нету, что ли? Ха-ха! Че, умерли все или что? Ой, куда-то сейчас летит что-то жестоко, надо валить. Я, наверное, на эту сторону вызвал. Ой, пошло, пошло. Ух ты! Сори, обстоятельства. Фликс, а ты где? Я здесь. А что ты нас не мочишь? А я попасть не могу. Хорошо, давай, мы тебя ждем вот тут, вот, на зеленой зоне, там, где поле возле воды. Давай, иди сюда. О, вижу, 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 пошел. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Под воду пошел? Нифига себе ты можешь, мужик. Ай-яй-яй-яй, это было рядом. Ой-ой-ой, давай, попадешь, не попадешь? Ну я ж не такой, как пацаны. Я немножко по-другому играю. Это будет воздушный удар, походу.
Вот, летят, летят, надо валить. Слышите? Ой-ой-ой, сейчас на аниматроника прилетит кое-что. Ой, красиво. На, убили? Аниматроника загасили? Я загасил, кажись. Нифига себе ты этот, какой-то имбовый. Убить аниматроника это редкость. Так, я пока тут постою. Меня еще не замочили, я тоже стал убийца. Так мне никто не мочит. Хотя есть давайте бабка Гренни. Куча всех. Так можете любого брать, свободный выбор. Я опять загасил аниматроника. У него жизни может мало? Фиг его знает. Никого нету. Опа, идет, идет. Ну, так меня не убить. Я ж тебе не тот, что ты, пацаны. Надо, пока он там бегает, под воду убежать. Стоим. Потихонечку съезжаем. Погружение успешно. Где он, пацаны? Он побежал, да, за кем-то? Вот он. На раскорячка. Он же, кстати, тпхаться может, наверное, английскую. Он убил кого-то или нет? Фиг его знает. Еще один бежит, брат его, двойник. Не убил, не убил. Ну убей хоть кого-то, я ну. Я его опять убил. Не могу попасть вообще. Ты сможешь, ты сможешь. Бери любого другого аниматроника. Который, ты можешь стать невидимым, невидимым убить нас. Ой-ой-ой, взрывы мощные. Тогда я возьму. На, попей. А он уже на раскорячке сел. Вот так четко кину гранатку. Ну где он? Фликс, на. Опа, он взял эту раскорячку нашу. Чику-чикатилу. Хопа. Хопа. Меня так не убить. Ну разве что так, а так. Ой, извините вас. Ничего страшного. Главное, что не убил меня не аниматроник. Это серия, где меня не может убить никто. Представьте, если бы я был бы аниматроником. Как бы я всех убил быстро. Ух ты. Бродяга, я тебя сейчас забаню. Потому что только я так могу мочить. Ого, звуки какие. Хотите, давайте я покажу, давайте один я убийца. Вы все против меня одного, сейчас, подождите. Давай. Просто я смотрю, как вы играете, смотрю. И понимаю, что настоящий игрок, это, конечно, не то, что вы думаете. Ты. Готовы? Да. Погнали. Ну чё, родная, погнали. Первый пошел. Так, тпхаемся в потолок. И пока летим, гасим всех. Ну, кто следующий? Как показать вам еще? Я, вот я. Давай. Ну давай, давай, убей. Опа, опа. Вот я, вот, вот, вот. Где Димас? Че, не знаете, где я? Нет. Да я. Че, всех убил, не всех? О, я, короче, на вышку тпхаюсь, буду с вышки вас гасить. О, тут Пикачу маленький ходит. Привет. Сам себя убил, да ты молодец. Ты профессионал, как я. Чё, пацаны, я вот на вышке, видите, вот я сижу. О, попадает кто-то. Ну слабо, слабо, очень слабо попадает. Я вот здесь рядом был. Ты не туда смотришь, я тпхнулся за одну секунду к вам. Короче, я вам показал, что возможно убивать очень всех и быстро. Давай веселиться. Ой-ой. А кого ты поставил? Клиров. О, мне это нравится. Монстры пошли.
Ой, они кидаются какими-то говнами. Да. А ты думал? У меня есть двойной прыжок. А, это какие-то цепи шариковые. Эй, вы чего? Привет. Смотри, как я бегаю. Пацаны, я взял Гордон Секрет. Нормальная монтировка. А он у меня тоже в руках. Ай, да как я его не убил? Короче, Серега, я буду им наказывать их. Из-за них подлагивает, тем более, у меня. Да. Удаление. Да не, мы их убьем, не удаляй. Я хочу их замочить. Ой, блин, я их очкую. Это самый жесткий, который ты мог поставить. А он сейчас тебя убьет за это, прощай. Нет, ты должен умереть был. Не-не-не-не-не. Они еще и спрыгивают. О, щит, как это жестко. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся для вас. Всегда выдумываем что-то интересное. А они под водой что делают? Ты и Фокси поставил, да ну? Да. Я от них, наверное, не убегу, да? Да. А под воду они не заходят. А, не, они заходят. Заходят. Зачем ты их столько много штук поставил? Тут еще Голден уходит. Да, кстати. Отвали, отвали. Серега, ты где? А, ты где? Я тут у многоэтажек двух стою. Вот так, значит, да? Да, используйся, давай. Я боюсь их, они меня укусают. На тебе. Мочишь? Серега, специально к тебе. Пацаны, хавайте Серегу. Пацаны, давайте как-нибудь их будем мочить уже. Мне кажется, пора. Они очень жестко гоняются, даже жестче, чем я думал. А ну иди сюда, дерьмо. А половину под водой застряли. Да. Ничего, ничего, сейчас замочу. Ого. А что у меня за пушка такая прикольная была? Она мне очень понравилась. А ну иди сюда. Я их разморозил наоборот. Отвали, да что они такие жесткие? А что ты таких слабых поставил? Надо было мощнее. Если слабо. Говорит человек, который только что сдох. Получите. Ого, ой, меня откидывают взрывом. Хочу их так много. Да отвалите, почему они мочат? Я не могу их убить. Вы можете их убить? Я не могу. Нет, не знаю. Так, где этот? Мое оружие мощное. Нет, их нельзя. А, нет, можно убить. О, где мой пригвоздитель? Попробуй. Сейчас попробуем, а ну. Так, корабли пошли. Ой, блин, обойма кончилась. Не могу попасть. Серега. Они очень быстрые. А ну иди сюда. Они не пригвождаются. О, еще лучше. Неплохо, пацаны, мне нравится. Разогревка пошла. Ну где ты? Иди сюда. Прицел наведен успешно. А, не. Спрашиваю. Тоже не то. Я буду мстить за своих кентов. Ой, только не рабочий стол, нет. Нет. Ха-ха, нет, ура, не вылетело. Живем. Кровавый понос пацанам сделал. Эй. Один вообще. Ого. Это было жесть. Проверим. Пацаны, надо их как-то добивать уже. Кто там с корабля? Давайте их, пацаны, мочим. Я с корабля фигачу. Давай, 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 я их огнем жгу. Ой, блин, меня вафли. Вылетел. О, кулаки, не. Не, да. На! Так, почему робот с роботом берется? Фокси, мочи. О, Serious M! Камикадзе, Серега! Ха-ха, тут мясо!
А, они передумали, я вижу, особо не, не ломятся. Нет, ты вот видишь, я красный ток сейчас поставил, а не из-за этого. Так, мочи, мочи, мочи. Не пускаем их. Да, это было слабо. Так, скромник, давай ты теперь. Так, что-то ходит суетиться. Ой-ой-ой, скромник поставил скромника. Хорошо, что ограничение 20 штук. Ты псих, да, я понял? Ты уже решил сект, оказывает, тут. Прыжок мира. Надо бросить, чтобы в них. Так, сейчас я их активирую, не ссы, я так 100 раз сделал. Блин, меня выуживали. Так, так, так. Где-то у нас тут есть еще прикольный пистолет. Это не оно? Во-во-во, погнали. Ой-ой-ой, железный человек рыбкой улетел. Красавиш. Слышишь, Анна... Ай, блин, да за что? Я ж на тебя не смотрел, ты какашка такая. Скром. Ай-яй-яй, 5000 хп, я ж вспомнил. Блин, блин, что, блин, они прям живучие, жестко. Да? Да, что, Серега, помогай. Атакуем их или как? Да. Ща, Димас, будет. 3, 2, 1. Во, мне нравится вот это оружие, прикольно смотрится. Мочи, мочи. Ай, блин, а? Под лицо. Да, блин, хочу перепрыгнуть, не получается. Вот это я протерся носом. Да дайте возродиться, оружку взять. Так, все, я сейчас оружку какую-то выберу. Во. Мас, им походу пофиг на мою. Нет, у тебя так кажется. Жлоб, сквозь пули. У них по 10 тысяч жизни, ты же забыл? По-моему, они бы давно сдохли. Ай-яй-яй. А, нет, убил. Умирает, умирает, Серега, я увидел только что. Слышишь, я ты, жлоб. Пацаны, помогайте, он опять тебя хочет убить. Так. Надо брать какую-то имбовую оружку. Что у нас есть? Во. Еще один зарядик, пошел. А! Ты что чудишь? Отвали от меня! Скромная морда. Ой-ой-ой, я двоих убил. А, это наши. Не того замочил. Ну ничего, пацаны, бывают такие огорчения в жизни. Так, кого еще? Всех убили? Да-да-да, всех. Вот трех этих засранцев, Димас. Серега на сыре СМ2 помешанный. И... все. Не-не-не, слабенько это. Я сейчас... Угу! Ты решил разозлить тут всех? Нифига себе. Эй, а как жить? Они шмочат моментально. А ты убегай. Прыгай. Да? Спасибо. На здоровье. Обращайся. Так, так, ребят. Испоганься. Так, так, так. Сейчас, ребята, мы все сделаем по красоте. О, уже убили кого-то. Убили, да? Да, точно. Да вы задрали! Да блин, не могу выбрать оружие, начинаю нервничать сильно. Их очень много. Серега, я это сделал. Димас, прощайте. Что, помочь мне вам или как? Да нормально и так, смотри. Димас, ну зачем? Да я помог, я ж как от доброго сердца. Как-то сильно. Пацаны, последняя волна моя. Залетайте все наверх. А ноуклип-то отключен-то? Я знаю, я специально проверял, знаешь, что ноуклип отключен или нет? Всё, ой, я... ты отключила, я включу. Это жизнь. Готовы? Сейчас, стойте, у меня какая-то вода бежит, горит, смотрите, по трубам. Так, сейчас, стойте, я найду. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Все, лимит сработан. Пацаны, можно использовать оружку? Начинаем их мочить. А я начинаю бежать. Только ноги мне не жги новые. У-ху-ху, за мной бегут. Я понаблюдаю, как пацаны будут их гасить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, их там толпа, зря я сюда пришел. Ай, блин, по мне кто? Мочат. Есть у меня, сейчас еще вот эту можем парочку кидануть.
Пацаны, я с чистого сердца это все сделал. С душой. Обстоятельства. Обстоятельства, да. Ой-ой-ой. Че, не живые, что ли? Да, аниматроникам пофиг. А почему? Серега, давай ты бахнешь. А я уже приготовил. 3, 2, 1. Ребята, это мясо. СМС-ка пришла. Подтверждение о взрыве. Нажмите 1. Отклони взрыв. Нажмите 2. Не? Мы наставили очень много NPC. Здравствуйте. Здравствуйте. Классные NPC наставили. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я их сейчас включу, и мы будем веселиться. Сегодня у нас чистое веселье, и будем убегать от всех. Так, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Вставай, говно. Короче, пацаны, я забыл сказать. Можно использовать одно оружие и только монтировки. Погнал. Скромник скромника заагрил. Бежит, бежит. Я на твоем месте прыгал бы в воду. Быстрей. Быстрее в воду! Нет, прыж... нет. Да прыжками надо было бы не хопить. Он тебе кишки выдрал. Слышь. Ты чё такой дерзкий? У нас, пацаны, есть дабл джамп. Два раза пробел нажмите. Я вспомнил. Так, мне кажется, надо, пацаны, добавить еще, да? Парочку штук. Не-не-не-не. А чё ты? Да не, не бойся. Да чё, а чё вы очкуете, что ли? О, знаете, кого мы добавим? Так, никто сзади меня не идет. Ого. Так, у меня есть один классный способ, как их разозлить. Ах, ты жлоб. А, отвали. Я их боюсь. Пробуй бомбу. Они прикольно гасят всех. Вот у меня что есть. Так, дразним, дразним, дразним. А, они за мной. Отвалите. У тебя тоже они сильно кричат громко? Нет, а у меня кричат так громко. Звуки. А, я понял. Ой-ой-ой-ой, они по дну реально бегают, все хотят меня убить. А нет, ору все-таки. Я под водой хочу прыгать два раза, не получается. Что ты сделал? Отвалите от меня. Ай! А за тобой все бежали. Не-не-не, я живой, наполовину. Активируем всех. И прыгаем вверх. Двойной прыжок. Прыжком, прыжком, прыжком. Перемещаемся по карте. Ого, их за мной сколько бежит. Я за дом вижу, а за кем там бежит 1000 штук? Я тоже хочу. Ого, они ломятся. Они окружают дом. И за мной бегут. А мы бежим вокруг дома. Беги к нам, мы в безопасности. Я бегу к вам, а где вы? Где безопасное место? Мы на спавне, мы на спавне. Тут всё лишь... Я рядом пробежал, из скромника. Так, нормально, бежим, бежим. Кто на бал? Их много. Ступай. Кто на бал? О, спринт-трап застрял. Блин. Ого, это жесть. Пацаны, еще добавить или нет? Не-не-не, это не? А чё? Не. Страшно. Не-не-не, я еще поставлю. Только я других поставлю, знаешь кого? Эй, они меня за жопу кусают. Да. Вот, 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 кого я хочу. Погнали, еще чуть-чуть. Ой, подлагивает на рабочий стол. Карисмат вылетел на рабочий стол, а мы продолжаем веселиться. Подписчики заново заходят. Кто хочет с нами записывать, ссылочка в описании на Discord. Заходите, будем вместе с нами все записывать. Так, а боньки очень медленные. Ой-ой-ой. А я на сервере? А я не знаю. Нет еще. Видите, вы заходите все, присоединяетесь. А, новый сервер уже. Да, все нормально, все влезут. 1000 мест поставил. Серьезно? Да. У нас там пришла. Хотя 1000 мест нельзя поставить, но было бы прикольно. Давай, да, заходите. Так, я вижу, один уже зашел. И к нему бежит Бонька. О, ко мне тоже бегут Боньки. Прощайте, я вниз, телепортируемся. О, я зашел. Красавчик. Желаю тебе успеха выжить. Боньки это легко. Да, они очень легкие, я знаю. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше.
А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ну чё, вы готовы? Да. Я тоже. Я готов. Капитан. Погнали. Так. Фиолетовый чип включено. А у нас есть NTT? О, пацаны, есть у нас поярче варианты. Уходи. Знаете, мы сейчас поставим? Мы сейчас поставим еще фиолетовый человек, который за спину тупехается. Вот это сейчас будет весь... Ой, ой. Ой. Блин, это жесть. Так. Отвалите. Надо бежать вперед, а не поворачиваться. Беги за дом, который в другом углу карты отправлен. Отвали от меня. А, фиолетыч. Короче, чтобы не умирать, пацаны, не надо бежать задом. Если вы бежите задом, вы точно умрете сразу. Только передом. Давайте проверим мой этот... теорию. Если я поворачиваю задом, бегу задом. Во-во-во! Они за спину тпхаются резко. А! Говно, блин, опять! Блин, я так смешно, когда я отлетаю, как трупейшн. Так, я вижу, я вижу. Беги, беги, беги! Ого, они такие быстрые, они просто ездят, да, они не бегают, они просто смешно это делают. У них нет анимации ходьбы, они просто... Чейдеры, бан. Ого, они там прям друг в друге застреют и тпхаются. А, я понял, у них, короче, в обуви колесики есть. Да? Они на коньках лупашат. По-моему, они на ролике. О, давайте проверим, если я в воздухе стану, он убьет меня или нет? Мне идет фиолетовый чудин. Я придумал, кого мы сейчас поставим. Вам это очень понравится, вы готовы? Я живой. Я живой, я живой. Все живые. Ой! Да, ты чё сзади меня? Так. Пацаны, главное смотреть на них всех. Ой! Блин, говно! А, то есть их, на них всех надо смотреть? Да, если ты отвернешься от кого-то, тебя убьют. Даже на Фрейде? Да, да. Это ж антитишки. Да, я на них да, смотрю. Там была скоростная. Так, смотри, сейчас отвернусь. О, ближе, ближе. Еще. Там была скоростная. Ай! А чё я умер, смотрел? О, они уже по всей карте рассосались. Эй! Прикольно. Они тыкаются. Видите? А как выжить? Смотреть на все подряд. Вырастить 8 глаз. Короче, я смотри, ты появился, я не двигаюсь. И живой. Вот просто не двигаюсь. Стою, вот. Сколько интересно времени я простою и буду жить. Так. Отлично. Опа, я смотрю на него, я смотрю. А, все-таки убили. А, я понял. Знаете, кто ожил? Статуи! Статуи! Я просто ничего не знаю. Жестко. А чё? Это хуже, чем атомная бомба. Давайте попробуем отключить искусственный. Они будут нас атаковать? Мне кажется, им настолько насрать, что я уже делаю, они все равно нас хотят убить. Они нас уже раз по 10 убили. Не-не-не, мы сейчас будем жить, пацаны, я придумал, как можно от них избавиться. Как, ядерная бомба? Нет, лучше. Ядерная бомба. И летим, нет. Быстрее, улетаем. Я не могу улетать. Бум! Воу! Офигеть. А у меня нормально комп. У меня нормально комп. У меня тоже нормально комп. Ну вот аниматроники живые или мертвые? Давайте посмотрим. Они живые! Так, пацаны, давайте проверим, можно их вообще убить админским пистолетом. Да, давайте. О, убиваются. Аниматроники только не убиваются. Да я их монтировка сейчас. Хорошо, раз можно убить их, я все-таки бомб наставлю много сейчас. Пацаны, уходите с этого места, это будет эпицентр взрыва. Это будет атомная война. Просто. Это будет жестче. Убегаем. Пацаны, я в бункер, я нашел бункер. Отлично. И я теперь... С тобой, подожди, так, заяц. Так, 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 так. Я тоже в бункер. Наблюдаем. Ай-яй-яй, сейчас будет. Хоть бы на рабочий стол не вылетело. Быстрее. Офигеть. Ой, пролаги, капец. Ой. Живы. Нормально, кто? Фредди! Фредди! Голден Фредди! Да как их вас убить? Вы задрали! Да тут и статуи живые! Я понял, что NTT возможно, невозможно убить.
Ехидру, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!